Кыргызстане за сутки выявили еще 92 случая внебольничной пневмонии и ковида. В Бишкеке зарегистрировали 51 случай, в Аше 9, в Чуйской области 10, в Талаской нет заболевших, в Ошской 5, в Нарынской и Сыкульской областях по 3, в Джалабадской 10 и в Баткенской 1. С марта в республике зарегистрировали 82 587 случаев внебольничной пневмонии и ковид-19. За сутки от ковид-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 177 человек. На сегодня лечение от коронавируса получают 1923 человека. С начала марта выздоровели 78 358 человек. За последние 24 часа от коронавируса скончался один пациент. За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1375 человек.